Всем привет! Вот с Иваном только что вышли от нотариуса, подписали договор, отправили на электронную регистрацию, купили нежилое помещение на Владыкино. Несмотря на коронавирус, несмотря на маски, работа идет, мы работаем, и прибыль у нас есть. Поэтому звоните, пишите, приглашаем, вам тоже купим. И продадим. С прибылью, да. Помещение 140 квадратных метров нежилое, разобьем на 7 маленьких под последующую продажу. На момент продажи сделаем, посадим туда арендаторов. Поэтому будем в плюсе. Всем пока. Пока.